Да, действительно, Александр Яковлевич был командиром отделения этой части с 52 по 71 год. За подвиг, проявленный при форсировании реки Днепр и прочном закреплении плацдарма на ее западном берегу, в октябре 43 года он был удостоен звания Героя Советского Союза. Я работал в этой части вместе с этим человеком около 7 лет. Это был честнейший, порядочный человек, который не только на фронтах Отечественной войны героически сражался. Он также честно и добросовестно работал по тушению пожаров. Несмотря на плохую погоду, почтить память героя Советского Союза пришло много народа, в том числе и родственники знаменитого огнеборца. Я общался с отцом в свое время, я был еще подростком. Как я помню, маленьким, когда он раздевался, у него очень сильный шрам, и все тело было в шрамах, он попал под пулемет, под автоматную очередь. Хотя забросал вот перед этим дзот вражеский, как бы, гранатами. Вот это вот из его рассказов. Торжественные мероприятия, посвященные юбилею части, продолжились в Главном управлении МЧС России по Саратовской области. Ирина